Всем привет! Меня зовут Тимур, я основатель компании Max Bionic. Наша компания занимается исследованиями и разработкой в области микропроцессорных протезов верхних конечностей. Наши разработки держатся на 5 основных китах. Это механика, которая отвечает за работоспособность, за качество движений пальцев. Это микроэлектроника, которая отвечает за обработку сигналов и анализ данных. Это софт, который отвечает за алгоритмы управления, и, конечно же, дизайн, который отвечает за внешний вид устройства. И при этом, при всем, не стоит забывать про материалы, из которых состоит эта продукция, и которая влияет на качество изделия. В данный момент мы будем рассматривать нашу продукцию, наш флагманский продукт Mi Hand A, который выиграл награду Red Dot Award в категории Best of the Best в направлении Product Design. И к нам присоединится наш коллега, представитель компании Max Bionic, ведущий дизайнер Никита Войтенко. Всем привет, меня зовут Никита. Тимур, спасибо. Я дизайнер протеза Max Bionic. И сегодня мы с вами находимся в формате дизайн-метапа компании Mail Dribble с основным топиком вопроса соотношения эстетики и функции. Я считаю, что данный вопрос не совсем корректен, потому что мы все забываем про ключевое понятие, материнский термин, собственно, дизайн. Все мы здесь знаем и имеем какое-то свое представление о том, что же это такое. Но так, на всякий случай, это решение каких-то проблем конкретного пользователя. И самым главным персонажем во всей этой цепочке является именно пользователь. Понятие о том, хороший дизайн или плохой дизайн, субъективно это или не субъективно, это вопрос большого рассмотрения. И вообще, как мы можем определить, хороший дизайн того или иного продукта или он плохой? Выглядит он красивым или выглядит он некрасивым? Выполняет ли он какие-то свои задачи? Или, может быть, почему мы не оцениваем качество дизайна по запаху объекта или по тому, какой след он оставляет на песке после того, как им попользовались, например, на пляже? Или, может быть, какой-то тот или иной дизайн оценен большим количеством лайков в каких-то соцсетях и кому-то дали премию? Нам вот дали премию, хорошую, международную, но является ли это показателем того, что наш продукт хороший и обладает хорошим дизайном на самом деле? Я бы хотел попробовать в этом сегодня разобраться и сакцентировать свое внимание о том, что хороший дизайн или плохой дизайн определяет не заказчик, определяет не дизайнер, а определяет именно пользователь, для которого тот или иной продукт сделан. Большую часть времени мы проводим в общении с заказчиком, безусловно, потому что тот человек, который нам платит, тот человек, за счет которого мы, по сути, можем существовать, кушать и отдыхать. Но самым главным все-таки является пользователь, для которого мы делаем наш продукт. Когда мы приступаем к тому или иному новому проекту, безусловно, многие из нас пользуются таким понятием, как поиск референсов, создание различных мудбордов. И для этого мы используем различные ресурсы типа Pinterest, Lemonusha, Instagram, того же Dribble и всяких многих других. И эта насмотренность, которую мы получаем, она во многом влияет на результат нашей работы, который у нас получается на выходе. Мы видим очень крутые картинки с большим количеством лайков и хотим сделать, в общем-то, так же, потому что как же так, я же не хуже, чем вот эти люди, которые делают то, что мы видим в интернете. Но в большинстве случаев, как оказывается, все эти картинки генерируются алгоритмами, которые понимают, что я туда захожу, я дизайнер, и наиболее релевантные запросы по моей выдаче они выдают и формируют очень субъективное представление о том вообще, что я должен делать. Если мы возьмем физически и выучим эти картинки в реальный мир, то в большинстве случаев окажется так, что этим продуктом либо вообще невозможно пользоваться, либо у них есть большое количество недостатков. Соответственно, вопрос, что важно, важнее функция или эстетика, я считаю, не совсем правильно ставить в таком ключе, потому что все-таки важнее всего пользователь, для которого мы делаем непосредственно наш продукт. Поговорим там о протезе, о нашем. Разработка сложных технических продуктов, особенно в области медицины и протезирования, оно само по себе влечет за собой большое количество сложностей, начиная от различных регуляторик, заканчивая материалами и технологиями, потому что мы не можем использовать первый попавшийся пластик для того, чтобы человек им пользовался на ежедневной основе. Помимо таких технических ограничений, есть еще неосязаемая сторона, и эту сторону можно обозначить как этическая. В процессе проектирования любого продукта надо понимать, кто наш пользователь, чем он болеет,
что у него за проблемы, какие у него боли, какие у него мечты, какие у него желания. Причем все эти вопросы не всегда получается задать конкретно, и не всегда пользователь знает сам о том, что ему на самом деле надо. Когда мы начинали делать свой протез, первое, что нам пришло в голову, это то, что было бы классно сделать руку, которая полностью мимикрирует под человеческую кисть, которую человек, наш пользователь, утратил в процессе какой-то травмы либо врожденных каких-то недугов. Но получается так, что сделать полностью похожую кисть на человеческую технически в наше время невозможно. А даже небольшое отклонение там, в 1-2% вот этого нашего биологического идеала, оно уже дает очень сильное отторжение и эстетическое неприятие этой кисти. Это так называемый парадокс робота, когда андроид не может быть похож на человека 100% и начинает выглядеть устрашающим и отталкивающим. Соответственно, в процессе нашего проектирования мы провели большое количество исследований непосредственно с пользователями, причем не только на просторах нашего СНГ, но и вообще по миру. И в итоге получается так, что протез, он не должен выглядеть как непосредственно кисть человека, это должен быть некий гаджет, который помогает в ежедневной жизнедеятельности и помогает решать конкретные проблемы. Тот продукт, который мы представляем, это результат довольно долгой работы непосредственно с различными людьми в разных странах. И так получается, что у них совпадают желания и потребности, вне зависимости от гражданства, национальности, пола и других там современных, модных, гендерных и около вопросов. Для того, чтобы общаться с нашими пользователями, надо было преодолеть некий порог стигматизации самого подхода вот к таким людям. Значимым моментом является то, как мы называем своего пользователя. Для нашей области единственный термин, который не покрыт большим толстым слоем стигматизации, это инклюзия, инклюзивный продукт, инклюзивная среда. Потому что все остальные термины, которые привычны в нашей стране, это какие-то как инвалиды, люди с ограниченными возможностями и маломобильные категории, они не всегда адекватны и не всегда передают сущность, потому что человек не может быть маломобильным или с ограниченными возможностями. Это неправильно, это такие же люди, как мы с вами, и надо к этому нормально относиться. К нашему удовольствию нам получилось сейчас на это мероприятие пригласить нашего пользователя Алексея Мутина. Он директор благотворительного фонда «Альта» и пользователь наших протезов. И мы его благодарим за то, что он согласился присоединиться к нашей беседе. И далее Тимур, коллега, задаст ему несколько вопросов, чтобы немножко сдуть пепел с этой стигматизацией и показать, как вообще общаться с нашими пользователями. Теперь я перехватываю инициативу у тебя, Никита. Спасибо за то, что подключился к нам. Сейчас у нас в студии Алексей Мутин, наш коллега и друг. И мы зададим ему пару вопросов о том, как он вообще живет с протезами. Итак, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о своей жизни, то есть как ты сейчас живешь вместе с протезом. Для меня, поскольку я являюсь человеком с парной ампутацией, для меня протезы – это, конечно, то, что мне помогает каждый день себя обслуживать. То, благодаря чему я работаю, занимаюсь спортом. То есть они улучшают качество моей жизни. А часто спрашивают и интересуются. К примеру, там подбегают дети и спрашивают, что это за рука терминатора. Конечно, внимание от окружающих, оно постоянно присутствует, но тоже надо для себя, я уже давно его разделяю. То есть, когда ко мне обращаются, к примеру, дети, то есть, ну, ими движет в первую очередь желание познавать мир. То есть, они видят что-то, что отличается от их шаблона, который они привыкли, и они хотят просто вот узнать, что это, как. Я всегда рад продемонстрировать на самом деле руку, вот особенно вот этот вот протез красивый. Конечно, для них это как герой из комиксов. Да? Вот ко мне как-то подходил мальчик и спрашивал, а не человек ли я из будущего. Вот. У взрослых тоже, конечно же, часто возникают вопросы. То есть, ну, опять же, самое главное, да, вот это внимание. То есть, внимание, оно, конечно, бывает разным. То есть,
И от протезов это тоже очень зависит, потому что с какими-то, вот раньше я пользовался простыми протезами, тяговыми, да, вот это внимание, оно что подразумевало? То есть в первую очередь человеку интересно, что случилось, да, причина травмы, почему вот я остался без рук. А если же мы говорим вот об этих протезах, да, вот современных, с современным дизайном, не похожим на руку, то первый вопрос, который возникает у человека, это как он работает. Как он работает, на что он способен, ну и, конечно же, как бы, да, сколько он стоит, где его взять. Вот, ну то есть вопрос о том, в чем причина моей инвалидности, он уходит далеко на задний план. И от этого, конечно, мне комфортнее гораздо. Можешь рассказать немного про сам протез, как ты им управляешь, и непосредственно про то, как выбрать себе протез вот в современном мире? Этот протез, как и почти все протезы, да, вот с внешним источником питания, он управляется за счет нервных импульсов, которые считываются датчиками с мышцы определенной. Мне этот протез нравится именно тем, что я к нему больше отношусь даже не как к протезу, а как к кибернетической руке. То есть он выглядит как рука, вот мне это очень нравится. Вот я специально для сравнения одел вот обычный протез, не такой. Да, вот он выглядит вот именно как протез. А это вот кибернетическая рука, которая как бы обладает вот точностью движений, отличным дизайном, то есть, который вот просто качество функций, выполняемых этим протезом, оно очень сильно мне помогает каждый день. Опять же, с парной ампутацией для меня это очень важно. Мне очень важно, что я в любой момент могу получить консультацию либо какое-то необходимое обслуживание довольно в короткие сроки. Я считаю, что это огромный плюс. Мы, когда объявляли тебя, представили как представителя благотворительного фонда «Альта». Расскажи, пожалуйста, про работу фонда, чем он занимается и какая его цель? Ну, благотворительный фонд «Альта», где я являюсь директором, он был создан не так давно, мы существуем второй год. Основной целью является именно оказание содействия в приобретении высокофункциональных протезов. В свое время, просто когда я остался без протезов, был довольно такой долгий период, я понял, что это очень необходимо, как бы, именно оказать такую помощь. Потому что далеко не у всех детей, и не только детей, есть возможность получить от государства протез, который необходимый, либо приобрести за свой счет. Вот, поэтому цель фонда именно находить таких людей и оказывать им помощь вот эту вот. Я бы уже подводил бы к концу и хотел сказать, что миллионы лет эволюции подарили сотни тысяч уникальных биомеханизмов у человека. Человек – это очень сложное существо, и руки – это один из сложных организмов. Возможно, мы не воспринимаем их как необходимый инструмент, несмотря на то, что мы используем его каждый день. Мы используем его в качестве инструмента для социализации и общения с человеком, для того, чтобы взаимодействовать с предметами, да даже банально для того, чтобы писать свои строки кода. Может ли быть такое, что спустя миллионы лет эволюции человека, технологии человечества могут быть сопоставимы с эволюцией, которая так долго шла и которая нам подарила столь великолепный механизм, как наши руки? И сейчас к нам снова присоединяется Никита, чтобы дать нам заключительные слова. Никита? Самое главное. Главное для нас все-таки это то, как люди пользуются протезами, то есть непосредственно наши пользователи. Корыстные интересы, гонорар от заказчика, от различных фондов, это, конечно, все интересно и позволяет нам, в общем-то, жить и существовать, но не надо забывать, зачем мы называем себя дизайнерами и создателями нового продукта. Мы делаем продукты для того, чтобы решать задачи конкретных пользователей и решать их конкретные проблемы. Благодаря нашим протезам жизнь людей реально меняется, и вы это увидели сейчас на протяжении короткого интервью с Алексеем. От жизни с простым протезом она становится жизнью с каким-то новым технологичным гаджетом и людьми
И такие люди становятся людьми будущего, более уверенными в себе и способными вести банальные жизненные задачи и ежедневную жизнедеятельность. Наш продукт не пытается стать рукой, не пытается стать заменой. Мы, скорее всего, просто хотим встроиться в мир, в экосистему человека, в каждодневные задачи и в моральное и самоощущение непосредственно наших пользователей. Также с помощью нашего продукта мы меняем отношение общества и меняем вот эту парадигму и стигматизацию отношения к людям с ограниченными возможностями, как их все-таки принято иногда у нас называть, в от какой-то жалости и отношения к ним как к больным, а в сторону к тому, как эти технологий и на самом деле очень крутые и классные ребята. И самым значимым является не задумывание о том, что же важнее, эстетика или функция, а делать классный дизайн и хороший продукт, который будет решать реально проблемы наших пользователей и делать их жизнь лучше. Но самым главным все-таки является наш пользователь с его проблемами и его болями. Мы благодарим Никиту за то, что он присоединился сегодня к нам. И мы постепенно перетекаем к нашему любимому блоку «Вопросы и ответы». Надеюсь, вы зададите какой-нибудь каверзный вопрос, который заставит нас еще сильно задуматься. Спасибо, что пришли, рассказали, было очень интересно, особенно было интересно послушать про решение, почему протез не мимикрирует под руку человека, а наоборот старается отделиться в визуальном плане. Скажите, у меня такое чувство вообще, что лет, наверное, 10 назад особо не было таких протезов, ну, по крайней мере, в массовом производстве, которые воспроизводят мелкую моторику. А сколько ваша индустрия вообще занимает переход от каких-то прототипов до массового производства? Ну, на данный вопрос, скорее всего, я буду отвечать. Тут одна загвоздка. Индустрия в протезировании двигается заметно медленнее, чем там в смартфонах и так далее. Если каждый год представляет какую-то новинку в смартфонах, то в протезировании 10 лет на новинку – это нормальный срок. Сейчас, можно сказать, с появлением первого такого микропроцессорного протеза прошло, ну, около 10 лет. И с тех времен, то есть ничего радикально нового как бы не представляют. Но, однако, появляются новые небольшие компании, которые представляют свои решения. Спасибо. Следующий вопрос Алексею. Алексей, скажите, сколько времени заняло привыкание к протезу и как происходил сам процесс обучения? Ну, перед тем, как я начал пользоваться протезом от компании Max Bionic, у меня был большой опыт уже использования биоэлектрических протезов. В целом, базовым функциям, конечно, можно овладеть буквально за пару дней. Но чтобы действительно научиться им пользоваться, вот прям и выполнять какие-то действия по мелкой моторике, им надо, в первую очередь, начать пользоваться. То есть внедрять протез и его пользование в свою повседневную жизнь, в свои дела. То есть, ну, у меня где-то неделя ушла. Круто, спасибо. И давайте мы переключимся на вопросы из комментариев. Расскажите подробнее про подключение интерфейса протеза, интерфейс, зарядку. Внешний вид и внешний вид протеза и необходимости ли вы про интерфейс и зарядку. Ну, давайте про интерфейс и зарядку начнем. Во-первых, интерфейс — это МИО, то есть управление с помощью мышц. Вы подаете непосредственно сигналы с остатков мышц на микропроцессор протеза. И этот микропроцессор распределяет команды по двигателям, и те двигатели выстраивают какое-то положение в свои пальцы. Про зарядку. Зарядка — это на магнитной подушке с технологией быстрой зарядки. То есть, ну, от 0 до 80, где-то за 40 минут, для протеза это очень быстро.
Может, для смартфонов не очень, но для протеза это очень такой впечатлительный результат. И касаемо вот внешнего вида, необходимости или выбора, я бы больше адресовал этот вопрос к Алексею. Алексей, что ты считаешь, такой внешний вид выбор или необходимость? Ну, сейчас, мне кажется, внешний вид – это тоже одно из ключевых, скажем, из ключевых характеристик. И вот перед этим как раз-таки я и говорил, что воспринимается людьми вот кибернетическая рука совсем иначе, чем нежели попытка скрыть протез косметической оболочкой. Вот. Что касательно вот следующего вопроса по поводу выбора и критерий, то есть основные для меня вот как пользователя именно с парной ампутацией, то есть это надежность, практичность и доступность сервисного обслуживания. То есть это действительно три очень важные качества. Ну и дизайн тоже играет немалую роль, конечно. Спасибо, ребят. Наверное, мы на этом закончим.